В Актобе запустили новое производство по выпуску бутилированной питьевой воды. Отечественный товар отличается высоким качеством. Вода обрабатывается ультрафиолетом, и это ее обеззараживает, не влияя ни на состав, ни на свойства. Крупные компании региона уже оценили качество живительной влаги. Совсем скоро такая возможность появится у горожан. Кстати, продавать в супермаркетах ее будут по весьма доступной цене. Наш корреспондент в регионе Елена Устимович расскажет подробнее. К своему открытию компания шла почти 2 года. В это время здесь работали над тем, чтобы производимая продукция отличалась не только высоким качеством, но и стала доступной по цене. Природная драгоценность воды «Алмаз» уже подтверждена НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Вода обрабатывается ультрафиолетовыми лучами, что позволяет произвести обеззараживание, не влияя на состав и свойства воды. Вода «Алмаз» по своим характеристикам является ультрапресной, имеет оптимальную низкую жесткость, оптимальную щелочность и не содержит в своем составе соединений хлора. Открыть новое производство помогли 60 миллионов тенге господдержки. Технологическая линия приобретена у китайской компании с многолетним стажем работы. Подобные цеха действуют в США, Японии, Канаде и России. Сегодня живительную влагу разливают в удобные емкости от 0,33 мл до 19 литров. Воду получают из месторождения подземных вод Нижнекаргалинская. Мощность линии водоподготовки – 11 миллионов литров воды в год. Ежемесячно предприятие может поставлять в розницу 800 тысяч бутылок различной емкости. Нами дана консультация об участии в государственной программе поддержки бизнеса. В результате проект был профинансирован под 6% годовых. В дальнейшем палата предпринимателей будет оказывать поддержку в сбытии продукции через местные сети супермаркетов. Некоторые компании Актобе уже оценили качество воды. Местный филиал АО «Кигок», коллектив которого насчитывает 120 человек, заключил годовой договор на поставку воды для своих сотрудников. Самое главное для нас была качественная вода и своевременная там доставка. Все очень устраивает и приятно, вот даже сотрудники, доставляющие воду, всегда выглядят опрятно. Цены на питьевую воду вполне доступны. Самая маленькая бутылочка стоит 40 тенге, 5-литровая – 115. Кроме того, «Алмаз» можно приобрести на разлив из автомата в свою емкость. Стоимость 1 литра воды всего 10 тенге. Елена Устимович, Болотмолдагалиев, Актобе, 24 КЗ.